Магазин, где все товары по 39 рублей. Порошки, моющие средства, кондиционеры, жидкое мыло. Здесь тоже мыльно-рыльные принадлежности. Различные инструменты для мелкого ремонта. Хомутики, комплекты. Носки в ассортименте. Мужские и женские. Даже колготки есть. И черные, и телесные. Труселя. И даже симпатичные есть. Мужские. Сумки. Посуды большой ассортимент. Салатники, кружки, фужеры. Ну и сувенирной продукции тоже, конечно, очень-очень много. Чего только нет. Ох ты, странно. Кружка 100 рублей. Первый раз тут что-то по другой цене. По 39. Чаи, сладости. Фартуки, перчатки для хозяйства, все, мусорные мешки, коврик в раковине. Кстати, ничего, такой по качеству на ощупь, по крайней мере. Бамбуковые палочки часто здесь берут для маленьких шашлычков. Даже терки появились, раньше не было. В принципе, магазинчик очень даже неплохой. По мелочи здесь можно найти много-много всего. Я с вами пока прощаюсь. До новых встреч и всего вам самого-самого лучшего.